Это очень важный момент, поэтому я подробнее расскажу. У нас в конденсаторе мы хотим найти в области 2 напряженность поля. Для этого выбираем совершенно произвольную точку в области 2. Можно здесь, можно здесь. Обозначаем расстояние до центра наших цилиндров, до оси наших цилиндров буквой R. И вот здесь, в этом месте, хотим найти напряженность. Это у нас будет напряженность, зависящая от расстояния. Ну, даже как и потенциал, зависящий от расстояния, как функция расстояния. Если мы хотим использовать теорему Гаусса, то в теореме Гаусса E, которая стоит вот здесь, это и есть как раз напряженность в этой точке, на поверхности. Поэтому поверхность мы должны подстелить как раз вот в эту точку, чтобы она проходила через эту точку. И ds это будет элемент вот этой поверхности. Не там, где я нарисовал первоначально, а вот этой поверхности. Поэтому здесь мы проводим ds. Ну, в том решении совершенно понятно пропущено объяснение, почему E направлено таким образом. Очевидно, что из соображений симметрии E может быть направлен только вдоль R. E не может быть направлено вот так на нашей поверхности. Из соображений симметрии. А ds — это внешняя нормаль, которая направлена перпендикулярно к нашей поверхности.